В Оренбургской области продолжают фиксировать падение уровня воды в реках, однако некоторые водоемы пока продолжают подниматься. Так, Урал у Орска за сутки вырос на 51 сантиметр. Аналогичная картина и на Сакмаре, где за сутки в Ковандыке река поднялась на 2 сантиметра. В Оренбурге же, напротив, уровень воды в реке упал на 38 сантиметров.